Ну, вообще, Тас, здесь узкая дорога. Не зря здесь сделали одностороннее движение. Вот, давай, дай-ка зафиксирую. Вот, смотри-ка. Знак 5-5 здесь установлен. Запрещающих знаков для поворота направо никаких нет. Ну и едем, значит, направо. А у нас с правой стороны, Вадик, карман здесь есть. Сзади. Там можно... Ну да. Прямо сзади и поправее бери. Слишком близко. Не нормально. Не нормально. Вот. Сейчас. Ну, ничего не проблема. Ну вообще, Тас, здесь узкая дорога. Не зря здесь сделали одностороннее движение. Потому что с той стороны едут люди. Здесь мы не можем, соответственно, проехать. Никаким образом. Знаков запрещающих никаких нету. Значит, здесь двустороннее движение. Сейчас мы все-таки проверим, что за знак там. Потому что люди на нас как-то вот косятся, едут, удивляются. Мне кажется, там знак остался, наверное. И люди с полной уверенностью думают, что мы нарушаем. Но вы же знаете, что я не могу себе позволить нарушение ПДД. Я, конечно, не святой человек, и... Все возможно в нашей жизни, но таких правонарушений никогда себе не позволим. А мы сейчас посмотрим. Люди в удивлении, так как бы я даже без мата сказал. Понимаешь? А сотрудники ДПС здесь вообще имеются, нет? Вот, давай, дай-ка зафиксирую. Вот, смотри-ка. Знак 5-5 здесь установлен. Одностороннее движение, начало одностороннего движения. Вот мне интересно все-таки, что нам по этому поводу сотрудники ДПС могут сказать. Мы сейчас подъедем к сотрудникам ДПС и зададим им вопрос, почему так? Почему там знаки установлены, а там убраны? Как должно быть? Мы сейчас поинтересуемся, как должно быть на самом деле на этом участке дороги. У меня есть ощущение, что все-таки там одностороннее движение также и осталось. Но знаки почему-то исчезли, которые запрещали с улицы Никитинской поворот направо сделать. И знак 3-1, кирпич простонародье, который запрещал туда въезд любым транспортным средством. Мне кажется, их кто-то туда снял. Интересно, кто. А сотрудника полиции мы попросим составить акт соответствующий, чтобы эти недостатки устранили. Очень надеемся, в ближайшее время они это сделают. А вы будьте внимательны. На данный момент, если вы там поедете, правонарушений никаких с вашей стороны нет, так как вам ничего не запрещает туда повернуть и ехать по улице Копылкина в сторону улицы Кольцовской. Здравствуйте. Вы сейчас сильно заняты. Административный материал составляете, да? Я уточню один момент, я фиксирую. Вот улица Куколкина. В курсе, какая ситуация там сейчас образовалась? А? Не в курсе. Смотрите, там, с той стороны, с улицы Никитинской, поворот направо сейчас по факту разрешен. Там нет запрещающих знаков повернуть направо. Там знак был 3-1 раньше и запрещающий знак поворот направо. Сейчас там нет никаких ни кирпича, ни знака того. Спокойно сейчас оттуда повернул, потому что удивился. Проезжая там, во-первых, пробка страшная, невозможно двигаться, потому что навстречу люди едут, ты сами не доумели. А здесь знак 5-5. Ну вот это вот улица Кука, вот знак 5-5 висит, одностороннее движение, вот видите? Никитинской.
Вот куколки у нас Никитинской, да. Я не помню, какой там. 3-1 это который кирпич, он там отсутствует. 3-1. И знак, который раньше движение только разрешал прямо и налево. Сейчас там этого знака тоже нету. Вот, мне хотелось бы, какая просьба, составить акт НДУ. Что там вообще должно быть? Может быть, забыли здесь убрать, двухстороннее сделать? Но я думаю, по логике, там, наверное, просто убрали. Да, просто обязательно, чтобы в ближайшее время устранить, потому что там страшно, я сам ехал, и люди удивлялись, что я еду к ним навстречу. Я понял, ну вы уточните, да? Ну уточним, конечно, сейчас напишем акт НДУ, передадим. Все, спасибо, до свидания. Все, сотрудники полиции поехали, сейчас уточнят адрес, сами посмотрят, убедятся и составят соответствующий документ, акт, чтобы устранить вот такие вот несоответствия. Потому что однозначно должно быть одностороннее движение, а кто-то постарался убрать знаки. А, есть ощущение, что это местные жители. Ну, вот такое ощущение есть. Ладно, всем, ребят, до новых встреч. Вот если видите такие вот ситуации, где ну, действительно нужна такая четкая гражданская позиция, да. Как говорится, не остаться равнодушным в такой ситуации. Обязательно обратитесь к сотрудникам полиции, чтобы те приняли меры. Ну, как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и комментируйте. Всем пока. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже.